Вообще-то я сторонник, чтобы деревья садили весной и осенью. Но, значит, я думаю, что, учитывая, что здесь именно молодая поросль, молодежь наша садит эти деревца, туйки, то они прорастут, если мы будем своевременно поливать и своевременно ухаживать за деревцами, не давая там никаким вредителям с ним прикоснуться. И я думаю, вот этот задор, бодрость и молодость дадут возможность расти этим деревьям. И дай бог, может, мы и доживем до тех времен, когда они станут выше нас.